В предыдущих репортажах мы рассказывали о том, что в одном из отдаленных сел в Махалинском сходе граждан Мирзабогул-Унчеп Иркутского района была начата большая работа. 25 мая 2020 года при участии Хоким области Эркиндиона Турдымова и руководителя областных организаций были обсуждены проекты по обеспечению занятости и сокращению бедности и проведен выездной прием жителями села. Одна из наболевших проблем, которую озвучили сельчане, касалась трудоустройства женщин. За меньше 2 месяцев произошли кардинальные изменения в Махале Мирзабогул-Унчеп. Результатом практической работы стал запуск предприятия Чепгавхары. Цеха здесь оснащены современными швейными машинами и другим необходимым оборудованием. Запуском проекта трудоустроилось 80 человек. В основном здесь шьют мужские костюмы с брюками. Сотрудницы до того, как приступить к работе, прошли обучение на специальных курсах. В этот же день в Махале Куйхышлок Иркутского района акционерным обществом Успахта Сануат запущено предприятие Куйхышлок Текстиль. Его деятельность направлена на производство швейных и трикотажных изделий. На фабрике трудоустроены 90 представительниц прекрасного пола. Всего планируется обеспечить работой 150 безработных женщин из числа местного населения. Комплекс построен в короткие сроки с использованием легких строительных конструкций. Здесь предусмотрены гардеробная, душевая, комната отдыха, медицинский кабинет, столовая. Предприятие оснащено современным оборудованием китайского производства. На строительство и оборудование было выделено около 1 900 000 000 сумов. В рамках реализации постановления президента Республики Узбекистан о мерах по организации производства швейно-трикотажной продукции и обеспечению занятости населения в регионах республики, в первую очередь выбраны густонаселенные районы для обеспечения занятости женщин в отдаленных селах. Производимая продукция в данных комплексах будет экспортироваться за границу. В планах предприятия довести количество работников до 250 человек.